Доброе утро, дамы и господа. Это экстренный выпуск новостей ПГК. А, нет, извините, извините. У нас просто экстренная ситуация, которая требует привлечения хотя бы одной светлой головы. Доброе утро. Нам нужно разрешить невыносимую ситуацию. Просто пора положить этому конец, как вы видели в заголовке. Именно поэтому сегодня в нашей студии прекрасная блондинка, светлая голова и человек, который отвечает за обучение и развитие сотрудников, Дина Симоновская. Дина, доброе утро. Привет, ты знаешь, я думаю, что после этого эфира у нас будет не одна светлая голова, а ну гораздо больше. Я прям надеюсь, человек на 500. Как минимум. Как, как минимум, коллеги, да, как минимум человек на 500. Да. Коллеги, всем привет, рада вас приветствовать на нашем мероприятии. И сегодня мы с вами поговорим о том, какие проекты в области обучения и развития ждут наших сотрудников в 2023 году. И подробно остановимся на одном из стримов обучения, uh -huh. он называется «Светлые головы», как ты уже сказал, и который мы запустим буквально уже со следующей недели. Слушай, правильно я понимаю, что не один проект много? Много. Слушай, может, пора положить уже этому конец? Давай расскажем обо всех, давай разложим все по полочкам и скажем, как же найти время на это все, как сделать так, чтобы тебе было удобно, и что это будут за проекты. Тогда тебе слово, давай посмотрим. Давай посмотрим. И начать я бы хотела а, с тех целей, которые мы uh -huh. перед собой ставим для того, чтобы развивать наших людей. Первая цель – это поддержка бизнес-стратегии. Да? И мы понимаем, что нам нужно давать людям навыки, компетенции, знания, которые помогали бы им быть более эффективными. Например, это такие, такая группа навыков, как Знания в ЖД-индустрии, да, или специальные навыки такие как работа в проекте, угу. или финансовая грамотность, да, или корпоративные компетенции наши восемь, которые помогут нашим людям стать более эффективными, результативными и достигать В общем, стать способа. потрясающими сотрудниками. Так. Потрясающими сотрудниками, да. Второе это обеспечиваем конкурентное преимущество, угу. да, и здесь мы понимаем, что, например, наши клиенты судят о компании по тем людям, которые Безусловно. по взаимодействию Без с, с этими людьми. И поэтому очень важно развивать, например, социальные навыки, да, которые позволяют нам коммуницировать, общаться, договариваться и так далее. То есть вот эти айтишники-интроверты в прошлом у нас будут очень экстравертированные, очень общительные коллеги. Понял, хорошо. Плюсик. Ну, здесь скорее вопрос не в общительности, а в качестве. Да, я понимаю, конечно, да. да. И а, когнитивные навыки, которые нам помогают правильно работать с информацией, обрабатывать угу. ее, давать ее и так далее. И а, третья цель это повышение привлекательности на рынке труда, потому что не секрет, что сейчас многие соискатели, внешние кандидаты принимают решение. О том, придут ли они работать в компании лет по многим факторам, и в том числе предоставляет ли компания возможности для развития. Так мы повышаем привлекательность каждому из тех, кто участвует в наших программах, или всей компании Пгк. Вот тут нюанс какой-то наверное. Можно сказать, что это и, и то. И в целом компания ага. ПГК, которая дает возможности своим сотрудникам, и привлекательность тех людей, которые в ней работают. То есть свое резюме я потом могу написать, что в чудесной Ты компании ПГК я сделал так, что стал очень привлекательным кадром на рынке труда. Супер. Вообще да. прекрасно. И здесь мы растим наших руководителей, угу. ну и плюс даем нашим сотрудникам возможности прокачивать свои персональные эффективности. Угу. Вот. И это, повторюсь, те цели и те компетенции, которые мы в целом планируем растить и развивать. То, куда рынках. мы идем. То, куда мы идем. Так. Да, но сегодня я бы хотела э, сконцентрироваться. Но Но прозвучало очень загадочно. Да. Я люблю интриговать. Давай. А сегодня мне бы хотелось сконцентрироваться на трех проектах. Да, всего три, ну все, расходимся. Да, это не всего три, я расскажу о нем каждом более подробно, и каждый из них включает тоже несколько стримов. Вот, но хочу сразу сказать, что это далеко не единственные проекты, которые у нас будут. Это, наверное, одни из самых таких ярких, и то, куда мы приглашаем всех. То есть, Правильно -то... я понимаю, что при этом остается форвард, остается точка роста, остаются отдельные программы обучения, которые нацелены на разные целевые группы внутри компании. И это не сворачивается. Да, совершенно верно. Окей. То, что мы уже делали в отношении резерва, в отношении руководителей, угу. мы продолжаем, безусловно, делать. Да, это то, что появляется дополнительно в этом году. И то, повторюсь, к чему может присоединиться каждый сотрудник. Супер. супер. Было бы время и желание. О, я вот тут вижу, как чему учиться и, в общем-то, как передавать информацию. То есть, наверное, нам нужно еще и научить людей находить это самое время. На то, чтобы начать учиться или да. продолжить учиться? Что там делают с обучением? Нач... Ну, кому-то начать, кому-то продолжить. А, да, действительно, это одна из самых частых проблем, где мне найти это время. И а, сегодня мы тоже в том числе поговорим о тех инструментах, которые нам позволят Супер. это сделать. А, первый трек «Светлые головы». Я сейчас не буду на нем останавливаться, потому что дальше я расскажу о нем более подробно. И, собственно говоря, представлю его во всей красе, так сказать. ПГК говорит, мы понимаем, что ПГК должно говорить ярко, да, убедительно, доступно. И со всеми. И со всеми. И, соответственно, мы будем людей обучать тому, как это делать. И в этот стрим входят три трека. Первый трек ⁇ это переговоры. Угу. Знаешь, традиционно принято считать, что переговоры ⁇ это такая профессиональная компетенция для коммерсантов. Ну, ты знаешь, еще все смотрели фильмы, так, позовите мне переговорщика, мне нужен переговорщик. Обычно говорит такой тупой руководитель спецоперации такой. Да, вот. да. Наверное, вот это еще шаблон есть из кино. Из кино, да. Ну да, либо работа медиатора какого-то. Да, ну да, что такое. Вот... Но, тем не менее, мы все переговариваемся друг с другом и в обычной жизни. Да? И в какой ситуации возникает необходимость переговариваться, когда есть два человека, у которых есть разные интересы. И вот Совершенно тут? верно. Нам нужно просто договориться друг с Последняя другом. Последняя тарелка каши в столовой уже предмет переговоров. Уже предмет переговоров. Не да. надо грамотно их провести. Искусственно вы их проведете, зависит, останется ли выголовка. Нужна твердая переговорная позиция. Абсолютно. Хорошо. Да. И, соответственно, вот этот трек будет посвящен. Мы будем говорить о том, как выявлять, например, переговорную позицию своего оппонента. Как. Управлять своими эмоциями в процессе переговоров, потому что это одна из самых важных да, частей, особенно если оппонент начинает давить, манипулировать, агрессировать. Йо -йо 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 -йо. Да, мы поговорим о том, как аргументированно отстаивать свою позицию в процессе переговоров. То есть, вот мы будем препарировать процесс переговоров. Хочется кстати, уже пойти записаться прям сейчас начнется. Вот, нет. А, нет. ПГК говорит: у нас стартует чуть позже он стартует с конца лета. Ага. А, вот. С началом а, нового учебного года, так сказать. С начала нового учебного года, совершенно верно. А вначале мы поучимся правильно учиться, чтобы прийти уже подготовленным к этому тренингу. Логично. Публичные выступления. Вообще, я очень часто слышу этот запрос на то, что нужно прокачивать этот навык и действительно согласись, что навык публичных выступлений он сейчас один из самых популярных и востребованных. Да. И мы это чувствуем в том числе по записи на тренинги, по публичным выступлениям, они действительно набирают очень большое количество людей. Угу. И, знаешь, я на тренингах публичного выступления рассказываю байку. Был такой так, 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 тренер, известный в нулевых, Ростислав Гандапас. То есть сейчас это такая ну, незаметная пропавшая сторонка личность. Почти ну, уже никто не помнит Гандапаса. А Радислав, то, возможно, мы помним. Кто-то помнит, помнит конечно. Когда-то он собирал стадионы. Да, вот. сейчас это Баста делает, но это не Гандапас, я так понимаю, это другой человек. Возможно, здесь надо Окей. <laughs> 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 <Okay. смех> вот, и ä, он рассказывал историю про то, что это было в начале нулевых, он пытался выиграть тендер в одной крупной немецкой фирме. Uh -huh. Вот, тендер был сложный, потому что эта немецкая фирма отказывала всем контрагентам, в общем, никто ей не нравился. Вот, а все срывались, срезались на одном вопросе. В чем секрет успешного выступления? Так. Вот. И в общем он думал очень долго, что же сказать, придумал какие-то пафосные ответы. И в конце концов он решил... Пять чтобы... шагов подготовки, семь советов спикеру, двенадцать правил, которые не стоит нарушать. Вот, типа того, да. Так. Но потом он отказался от этой идеи и придумал простой ответ, который помог ему этот тендер выиграть. Ответ был следующий. Секрет успешного выступления в том, чтобы не выступать перед людьми, а разговаривать с ними. Супер секрет, мне кажется, прекрасный. Да. И а, здесь, соответственно, мы будем а, учить и разговаривать, да, и разговаривать на какие-то и большие, и маленькие аудитории. И э, как э, воздействовать на аудиторию, да, потому что можно иметь там прекрасный контент, но если оратор не умеет вовлекать аудиторию в то, что он говорит, не умеет привлекать внимание, да, то в общем эффективность выступления может сильно упасть. Вот. Мы будем разговаривать о том, как э, есть такая, э, такой инструмент сторителлинг в о, Это в прям очень крутая вещь. Очень вот ты круто. сейчас только что занимался им. И это приятно ласкает слух всегда. Да, и действительно, это очень классный инструмент для того, чтобы вовлечь аудиторию в свои выступления. И мы тоже будем этому учить. Ну и управление отношениями в процессе переговоров, как мы понимаем, отношения могут сильно Конечно. подиспортиться. Да. И, э, и после переговоров и они после могут того, сильно, и подиспортиться. сильно подиспортиться. Да. <свят> а иногда и до они могут сильно подиспортиться. Ну, в общем, э, важно... Э, Уметь находить вот общие точки да, в взаимоотношениях, важно уметь управлять разными ситуациями в коммуникациях, в том числе конфликтами, например, да, которые ну, иногда могут появляться в нашей жизни. И плюс еще мы здесь планируем обучать навыкам делового письма, да, потому угу. что это тоже вроде бы такой банальный какой-то навык, но тем не менее, мне кажется, очень важный. Важно устраивать правильные письменные коммуникации. Да, ну или хотя бы грамотные, потому что иногда даже грамотность банальная влияет на то, как вас воспринимают. Как тебя воспринимают. Конечно. Да, совершенно верно. Вот, это вот стрим ПГК говорит. И а, третий трек, третий стрим это ПГК-специалист. На самом деле мы его уже стартовали, потому что мы уже обучаем людей и Excel, и Клику. А, SQL или Python у нас Python у нас есть на нашем uh -huh. uh, Product старе uh -huh. платформе с цифры. электронными курсами. Да, и люди уже проходят. И что здесь хочу сказать? Есть фраза вот эта вот кто владеет информацией, владеет миром. Совершенно верно, да. И мне кажется, ее, знаешь, можно продолжить, что не только владеет, но и умеет правильно работать с этой информацией. Обрабатывать ее, да, там, делать правильные выводы, анализировать, интерпретировать и так далее. Это об этом это получается. Это об этом, да. Это об раз... этом, это это... прекрасная фраза, <stuff> да. <stre� Review> Нужно <п Centers> разобрать ее в ПГК, говорит. <Polic> <kilka> Да, на на уроке по-правильному. Да, как не надо <laughs> делать. <случае>. Да. <laughs> да. Ну, соответственно, это часть тех инструментов, которые, конечно же, помогут э, работать с информацией. Супер. Итак, три стрима, которые мы все увидим, вернее, один уже практически видим, два на прям низком старте. Один где-то с сентября, второй, я так понял, вот, coming soon. Правильно? А, да, ПГК говорит, мы планируем с конца лета. ПГК-специалист, угу. ну, в целом он уже, уже идет. идет. Да, и «Светлые головы», это то, что мы планируем спуститься. И ты обещал рассказать поподробнее. И я обещала рассказать. Да. Что я сейчас и сделаю? Ну вот давай. На темном экране появились светлые головы. Дамы и господа, внимание. Так. Да. Итак, наш стрим светлые головы он состоит из нескольких тем. Во-первых, тот инструмент, который мы будем использовать основной, это телеграм-канал. То есть любой желающий участник может зарегистрироваться в Телеграм-канале и через него уже получать все необходимые ссылки, информацию и так далее. Ну, раскроем секрет, Телеграм-канал есть, и мы даже о нем расскажем вам сегодня, прямо позовем сегодня. Да. И, соответственно, у нас будет два вводных, откроют наш стрим два вводных вебинара. Первый, на первом мы, в общем, сейчас уже находимся. Это он. Так. Это он. А второе, это про то почему важно учиться, да, угу. вот тема э, этого вебинара «Лучшая инвестиция – это инвестиция в себя». И вот знаешь, э, у нас сейчас на портале проходит опрос, э, где людей спрашивают, почему они не учатся. Да, кстати, коллеги, если у вас есть такая возможность, сходите на портал ответьте буквально на несколько вопросов. Просто несколько вопросов, правый нижний угол портала, вы там увидите опрос, делаете тык-тык, и все становится прекрасно. Делайте тык-тык это хорошо прозвучало, да. Это об этом. Да. А, и в этом опросе лидирует. Ты видел результаты? Да. А, лидирует ответ, типа того, что нет времени. Ну, само собой. Вот. Но, знаешь, мне кажется на самом деле, что все-таки, наверное, самая основная причина, почему мы не учимся это отсутствие мотивации. Потому что если бы мы хотели. Мы... То время нашлось. Да. Всегда. Да, и вот опять же есть фраза «Тот, кто хочет, ищет возможности, тот, кто не хочет, ищет причины». Вот это про это, да, а нет времени, куча других задач и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что здесь важно и с собой поговорить, да, и... И договориться. И договориться, да. да. Опять же, переговоры, да, совершенно верно. Вот, и понять, для чего мне нужно это обучение, да, там, например, Почему люди могут годами учить английский? Ну, потому что не особо он им нужен, возможно, да, и потому что, возможно, эти навыки, они не особо и будут применять. То есть здесь важно для себя понять цель, определить, для чего мне это нужно, и дальше уже инвестировать. И это правда, mm -hmm. лучшая инвестиция ⁇ это инвестиция в себя. А, и следующие темы, которые мы будем разбирать, как раз таки, где найти время на обучение, самый популярный вопрос, мы будем говорить о... Грубо говоря, тайм-менеджменте, о да, uh -huh. персональной эффективности, о том, как правильно работать с ресурсами, о том, как еще и использовать не только работать с ресурсами, но и использовать там собственные особенности личности, когнитивные, для того, чтобы эффективно распределять это время. Uh -huh. а, вот. Второй, вторая большая тема это память и внимание. Да, потому что, Внезапно. Внезапно. Ну, Зачем в светлой голове память и внимание? Казалось бы. Но, тем не менее, это действительно важно, и в том числе в процессе обучения, как мы усваиваем информацию, как мы ее запоминаем. И мы будем разбирать какие-то простые техники, которые позволят нам тренировать, во-первых, память и внимание и работать, управлять ими. И третья тема – это работа с информацией. Да, нам, мы уже говорили о том, насколько важно уметь обрабатывать информацию, работать с ней, как не утонуть в этом огромном океане информации, который у нас окружает бесконечно, да, как выделять ключевое, главное, ну и дальше уже, соответственно, с этим ключевым и главным дальше. Как жить. не утонуть звучит прям как призыв. Да, вот, и знаешь, еще мне кажется, что мы подобрали очень классных спикеров для этого трека действительно светлые головы. Так, то есть все блондинки, я так понимаю. О, кстати, дамы и господа, на вашем экране сейчас появился QR-код. Не могу не сказать, что вот ровно пройдя по нему, вы прямо сейчас окажетесь в числе 9 подписчиков нашего канала. Ну, пока их 9, это в основном мы. В основном мы. Да. Поэтому приходите, пожалуйста, на канал, и вот я вам что скажу. Буквально сегодня или завтра, мы в этом канале для его участников сделаем небольшой, зададим небольшой вопрос о том, насколько внимательно вы слушали сегодняшний наш стрим с Диной. И, собственно говоря, вы можете, оказавшись в этом канале, стать победителем и получить очень интересный и такой хороший подарок от ПГК. Поэтому, дамы и господа, Делайте это, подписывайтесь, наводите прямо сейчас сюда ну, мобильный телефончик и в Телеграме присоединяйтесь к нашим вот этим античным оракулам, которые зовут вас на светлую сторону, на сторону добра. А мы идем к спикерам, я так понимаю. А мы идем к спикерам, да. И э, это Нет, спикер... кстати, не все блондинки. Не Все блондинки, да, возможно стоит с ними поработать еще на эту тему. Да, но перекрасим к моменту выступления в ПГК. Хорошо. Да, и наверняка, возможно, вы кого-то из них знаете, например, Ася Казанцева, это известная медийная личность. Да, это журналист по образованию нейробиолог, и у нее очень много публикаций. Она выступает, она публикуется. Это вообще человек, наука такая, на всех каналах, по-моему, уже побывавшая. Везде Ася Казанцева. Да, 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 это правда. Вот, это один из наших спикеров. Второй Полина Кривых. Она, мне кажется, чуть менее известная, чем Ася, но, тем не менее, она не менее хороша. Ага. А, вот, она психофизиолог. Господи, и... нейробиолог, психофизиолог. А про людей-то кто-нибудь будет рассказывать? Безусловно. Они все будут рассказывать именно про людей. Вот, и Полина является, она преподаватель высшей школы экономики, Шупер. плюс она частый гость в ТЭТ-выступлениях, угу. и она тоже очень много может чего рассказать и на тему внимания, памяти, развития их. Евгения Карабанова, вот я вначале говорила, что второй водный вебинар у нас это про то, что Лучшая инвестиция – это инвестиция в себя. И как раз-таки это будет рассказывать Евгения. Евгения Коуч, а, у нее очень, очень большой опыт работы именно с руководителями. И а, второе, у нее большой опыт ведения и участия в программах развития. Поэтому никто, наверное, лучше нее а, не знает про то, насколько важно и нужно учиться. Понятно. А, то есть и... с нее мы, по сути, этот стрим начинаем. Да, совершенно ну, верно. С нас уже начали, ладно, и продолжим Евгений. Продолжим Евгений угу. в следующую как раз-таки пятницу, 23-го июня. Не переключайтесь, коллеги, да. И Людмила Гаврилова, это генеральный директор своей тренинговой компании, и она автор, вот у нас в Беру университете есть курс мини про критическое мышление, она и автор. Курс действительно очень хороший, сильный. Вот, и у нас есть возможность, да, вот часть этого курса, в общем, Посмотреть, попробовать на себе. Она будет рассказывать про то тоже, как критически подходить к информации, как ее обрабатывать, как видеть риски и так далее. То, то что где-то в Сбере доступно только руководителям в каком-то MBA, Это у нас и, доступно да. всем Она абсолютно сотрудникам абсолютно по ПГК. Абсолютно. Прекрасный тост. Сбер, привет. <с так, <с классно. Но ты сказала, не все здесь у нас спикеры. Есть еще кто-то? Да, еще будут э, подключаться и дополнительные спикеры, но ну, угу. они будут, скажем так, дополнять нашу основную четверку лидеров. Супер, ну то есть эта четверка будет вести, а формат будет э, только такой, как у нас, стримы, что-то рассказал и сейчас пучение или будут разные форматы работы? Да, форматы будут разные, э, потому что э, часть это будет в формате видеоуроков, угу. да, которые можно посмотреть на нашей новой системе дистанционного обучения. Супер. Так. частично это будут какие-то материалы как раз таки в телеграм-канале uh -huh. это будут вебинары в том числе uh -huh. вот от наших спикеров ну вот наверное такие основные форматы но все у нас будет в телеграм-канале то есть там можно уже будет да, ну я сразу скажу, коллеги, конечно, будет телеграм-канал Светлоголов, но в нашем основном ПГК-стриме мы будем большими хедлайнами рассказывать, что сейчас происходит, куда идти. И постоянно там будет появляться QR-код и ссылочка на телеграм-канал наш партнерский светлоголовый такой. Да. Вот, супер, отлично. Угу. И э, мы хотели с тобой... Э, э, что ж мы хотели? Да, у нас был вопрос для нашей аудитории, да, и мы хотели его показать. Мы можем это, может быть, сейчас сделать? Э, можем. Можем. Коллеги, вот сейчас мы тогда... Все, что хочет спикер, сразу происходит. У нас на ваших экранах должна появиться сейчас заставочка с QR-кодом. И вот, собственно говоря, прямо сейчас вы можете навести свой мобильный телефон на QR-код, который находится в левом углу экрана. Соответственно, наведите, сделайте это. И, собственно, вот у нас уже двое человек э, готово, 26 человек подключено, 8, 9. Еще вы можете поставить сердечки, лайки и все что угодно. Вот. Итого, <coughs> на данный момент за первые секунды 17-18 уже 21 человек, безусловно. Трое подумают, но почему-то эти трое еще и смеются, они шлют нам ржачные смайлики. То есть вместе с вот эти трое, которые думают, они ржут над нами. Ну, в общем, коллеги, вместо того, чтобы сейчас смеяться, подумайте серьезно. Нейробиологи, психофизиологи, коучи, терапевты из сберчего чего то там, господи, да надо просто сразу... Надо брать. Надо брать, конечно, надо становиться светлее хотя бы наполовину головы, там... У нас на самом деле Смотри, больше. У нас почти 50 светлых голов. На, нам смотрите, у нас один грустный человек. Грустный человек. Напиши, почему ты грустишь, пожалуйста. Потому что нам очень важно знать, почему грустят люди. Правда, это важно, важно. А, грустный человек должен сказать нам сейчас в эфире, задать вопрос. Собственно, ребят, по этому же QR-коду вы можете задать вопрос спикеру в любой момент. То есть сейчас вы голосуете по нему, но у вас внизу формы есть такая плашечка: задать вопрос. И если вы вдруг задумали, задать вопрос, тоже, пожалуйста, делайте это, прям по этому же QR-коду задаете, там вы увидите вопросы других спикеров, других э, вопрошающих к спикеру, и, соответственно, можете их пролайкать, чтобы вопросы поднялись выше, мы с Диной будем говорить именно в этой форме, забирая вопросы. Дело в том, я вам открою секрет, я не вижу Zoom вообще, Дина тоже, поэтому мы находимся не в Zoom, мы прямо здесь, вот у нас уже... 54, безусловно, да, я подумаю, 14. Грустный человек остался в одиночестве. Уважаемые коллеги, слющие нам сердечки, радующиеся и в панике кричащие о oh, 21 человек. Пожалуйста, поддержите одного человека, который сейчас грустит. Скорее всего, он завален работой, и это так, потому что у нас люди очень трудолюбивые, очень крутые. Прошу вас поддержите этого человека. Человек, если ты здесь с нами, напиши нам вопрос. Мы, мы тебя чем-нибудь обязательно поддержим. Вот. Мы 68. можем... Пер... Как думаешь, добьем до 60? А, а давай как стримеры. Короче, если этот стрим затащит 10 тысяч лайков, я запишу следующий стрим на эту тему. Ну, вот если мы наберем 60, <свят> то мы продолжим <свят> сейчас эфир. А если нет, то, коллеги, извините, <свят> 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 у нас слайды кончились, да. Нет, я предлагаю, голосовать же можно и все оставшееся время, я предлагаю сейчас переключиться на презентацию, а потом посмотрим, может быть, на нас еще догонят, как бы, хотя нас не догонят. Я перевернул презентацию. У тебя следующий слайд есть? А, да, у меня есть следующий слайд, но, но он не по теме светлых голов. Так, а что же делать? А, подожди, стоп. Это и не по теме светлых голов, не по теме ПГК говорит, и не, не по, по теме ПГК. ПГК специалист. Вот, это сюрприз, это десерт. О, боже. А, Дина сегодня пришла не одна, она пришла с десертом. Ну что я ж, с десертом, да. количество а, QR-кодов, я так понимаю, в нашем эфире сегодня растет геометрическая геометрически геометрическая. увеличивается. Да. А можно предысторию этого сюрприза? Что, что там? Да. Что скрывается в черном ящике? Пора положить конец этой неопределенности. Согласен. А, небольшая предыстория. Давай. У нас а, в мае. Сторитейлинг в действии. У нас в мае запустился стрим по эмоциональному интеллекту. И запустился он в рамках такой большой годовой программы развития руководителей. То есть мы. Это наш СРР, так сказать, да или нет? Ну, это скорее Рядом с ним стоящая. Часть, да. Мы каждые 4 месяца прокачиваем какую-то лидерскую компетенцию, и вот как раз-таки сейчас пошли 4 месяца прокачки именно компетенции лидерства, и в частности это компетенция эмоционального интеллекта. Суперская вещь, на самом деле. А, да, и, а, как говорят современные лидерские теории, эмоциональный интеллект действительно один из самых важных навыков и компетенций у руководителя. Совершенно справедливо. В частности, ну и, наверное, не только у руководителя. В общем, это для да всех нет, конечно. важная компетенция. Это важно для всех. Это, наверное, ключевое, правда. Не только руководители должны, так сказать, считывать и понимать эмоции Абсолютно. друг друга. Абсолютно. Да, и эмоциональный интеллект, если вот совсем грубо сказать, он состоит из двух частей. Это умение понимать и управлять своими эмоциями, что, согласись, безусловно, важно. Конечно. И умение понимать и управлять эмоциями других людей. So, скажем так, нельзя, не управляя собой, пытаться управлять другими. Это вообще mm -hmm. не получится. Да. Будет... Сложновато, если ты с собой не совладал, как у Радиарда Киплинга было, владей собой среди толпы сметены тебя, клянущий за смятение всех, будь сам собой наперекор Вселенной и маловерным отпусти их грех. Ну, неважно, в общем, но владей собой. И да. вот, так, да. Хорошая история с мая продолжалась, и что пошло не так. Продолжалась. Да, и еще небольшой момент. У так. нас а, ключевой, скажем так, спикер а, в этом марафоне это Егор Гужулян. Угу. А, вообще Егор считается одним из лучших а, а, мастеров эмоционального интеллекта. Так. Вот. И а, он в течение а, этого марафона уже успел нам рассказать многое про эмоции, про то, соответственно, в чем могут быть. Вот ты, например, знал, что у горя есть свои плюсы, да, и что это в том числе та эмоция, которая может принести пользу человеку. Ну, до марафона не знал, честно. Я думал, что горе это просто беда, горе, в смысле. Я даже не знал, что горе это одна из стадий печали, например. Потому что мы можем горевать, можем тосковать, можем печалиться, и бог весь, что там еще можем. Да, и у Егора это все очень хорошо разложено. Я участник этого марафона, мне он очень нравится. Он очень размеренный, я могу проходить его в том режиме, как могу. Вот у меня сейчас 5 непрочитанных сообщений, это значит, я не сделал одну домашку и не прослушал пару лекций точно. Вот. Но я обязательно на это время, у меня прям даже в календаре к себе кладу mm -hmm. слоты, чтобы можно было почитать, посмотреть, вернее, потому что Егор безумно прекрасно рассказывает. Это yeah. короткое видео, это 3-7 yeah. минут, yeah. Yeah. но при этом ты реально понимаешь, что, боже, мне это поможет, например поменять свою точку зрения, там поменять видимость на карте. Вот эта эмоция поможет мне сделать тоже горе, оно может расставить точки над «и» в твоей картине мировосприятия. Это хорошо, потому что человеку после всего этого нужно идти дальше, перестроившись, обновившись, но идти дальше. Это очень круто. Да. И знаешь, мне еще нравится одна фишка в этом канале. Э, видел ли ты табличку нетворкинга, да, когда конечно, люди записываются и пишут, в чем они сильны и чему бы они хотели научиться. Это классная штука, потому что, ну, например, если вы э, давно хотели, может быть, научиться играть на гитаре... То у вас еще три человека с вами, да? Или что? Нет, возможно, в этой табличке вы найдете человека, который не только умеет играть на гитаре, но и готов этому научить. Супер. Вот. И ну, вообще те там навыки, знания, которые люди в этой таблице делятся, это вот что-то фееричное. Ну и теперь, теперь что? Ну, что ты рассказываешь? Все, вот эта табличка, все. И что же? И мы начали получать. Вы начали получать? Сначала от ЗГД. Нет? Ну, вообще от сотрудников. А обратную связь я имею в виду. Связь. Конечно, тогда ладно. Мы начали получать обратную связь о том, что, наверное, не очень хорошо с нашей стороны так поступать. Да, Пора и положить делиться конец. Делиться прекрасным Егором только с руководителями. Пора положить этому конец. да. Поэтому по многочисленным, так сказать, просьбам мы решили, что, а почему бы и нет, мы готовы дать доступ всем сотрудникам, поэтому коллеги. А очередной QR-код у нас на экране. Пожалуйста, проходите по ссылочке, подписывайтесь. Егор Гажулян и команда, которая уже там приветствует вас. Там сейчас достаточно большое количество участников, которые уже работают. Но никогда не поздно, коллеги, вот вообще никогда не поздно начать участвовать в этом треке, как и во всех остальных треках. Вот. Поэтому на вашем экране ссылочка. Эмоциональный интеллект, этот марафон тоже вам доступен. Вы можете сейчас подписаться и в режиме, который вам удобен, вам понятен, который вам интересен. И вообще, вот в любом. Можете идти по этому треку совершенно спокойно, работать с этим треком, научиться понять многие эмоции, понять себя в конце концов и понять других. Супер. Просто я не знаю, мы оставим пока это здесь. Пусть коллеги подписываются. Вся ли это презентация или есть еще сюрпризы сегодня? <laughs> Нет, я думаю, ты знаешь, на сегодня хватит. Мне кажется, и так было много всего, а мы же помним, что люди, времени категорически не хватает. И да, коллеги, важный момент. Не старайтесь охватить необъятное. Да? Вот выберите для себя какие-то треки, в которых вы хотите поучаствовать. Ну, вот, например, ПК, как говорится, стоит из трех направлений: переговоры, управление отношениями и выступления. Не нужно записываться на все. Да, вот выберите, что важно для вас именно в текущий момент, и лучше качественно пройдите один трек, чем некачественно много. При этом доступ у вас есть ко всем этим трекам. И если вы вдруг передумали, ну, мало ли, вот и решили перестрелить, переменить позицию, сделайте это это не проблема, я думаю. Давай посмотрим, что у нас там с голосованием. Я просто весь О! Мы продолжаем слушайте, эфир! Не закончится вообще сегодня не закончится эфир. Итак, дамы и господа, официально объявляю, у нас 62 человека, безусловно, собираются участвовать в программе Светлой голова», но осталось еще чуть менее 400 человек, которые нам нужны в этом треке, поэтому приходите к нам, и, собственно говоря... Я продолжить эфир, да, пока не наберем. Но есть у нас и негативные изменения, у нас 5 человек уже горюет, это после твоего QR-кода по эмоциональному интеллекту. Они поняли, что горе может помочь им преодолеть барьер. И, соответственно, они загрустили. Один человек сказал категорически нет. Даже все, все, нет, нет. Это был Егор Гажулян, который смотрит наши эфиры. Собственно говоря, он был, нет, я не готов звать сюда всех сотрудников по ГК. Коллеги, повторяю, вы можете задавать нам вопросы. Вот сейчас на экране у нас всего два вопроса, на самом деле. И как-то прям вот первый вопрос, по сути, Дин, ты уже ответила. Он звучит очень просто. Да где найти время на учебу-то? Такое ощущение, что это кто-то из наших эмоционирующих коллег, вот, собственно, и задал этот вопрос. Ну, ты можешь еще раз как-то ответить, или, может, дополнительный комментарий, потому что, по сути, весь трек «Светлых голов» это про то, как найти время на учебу. Первая его часть, она прям вообще вся этому посвящена. Этому посвящена, поэтому короткий ответ. Приходите, мы расскажем. Да, мы говорили с Диной уже про мотивацию, и, соответственно, мотивация – это основное. Дальше пойдем. Я убираю этот вопросик, вот тут написано «Mark is unread». Так, Дина, а какое обучение вы проходите сейчас сами? Спрашивает Иван. Я на самом деле, ну, действительно, очень много учусь. Вот, я в конце прошлого года закончила очень большой курс карьерного консультирования. Вот, то есть я сейчас коуч карьерный консультант. А, консультант. Да. Все поэтому отлично. коллеги. Напоминаю, что у нас есть сервис карьерного консультирования. Если вы хотите поговорить о своей карьере, mm -hmm. приходите. А, вот, а, В начале этого года я закончила а, два курса по навыкам презентации. Mm -hmm. Буквально совсем недавно а, были несколько небольших курсов по Excel. Ну, пока в моменте я их тоже закончила, сейчас раздумываю на То есть выпейрить в Excel ты можешь? Умею, да. Ничего себе, практикуешь, отлично. Ну, Иван, я надеюсь, вы удовлетворены ответом, потому что догнать Дину можно, если вы подпишетесь на все 16 треков обучения и закончите школу цифродосрочно. досрочно. Так, будут ли какие-то сертификаты по итогам обучения треков? Да, как раз недавно мы с тобой думали на эту тему, да, о да, том, что э, ну, сертификаты -э, действительно важная вещь, поэтому я думаю, что-то мы подготовим. Это будет наш внутренний сертик. Да. Ну, представьте, у вас там в этом сертификате будут фамилии тренеров, которые будут нас учить. Ну, то есть людей, которые составят курсы, этот. Ну, я думаю, что это э, на любом, так сказать, резюме отразится только позитивно. Мы же помним, что мы прокачиваем не только скилл ПГК в целом, но и ваш конкретный каждого из наших. Слушатели. Да. Хорошо. А, были те, кто пришел сам, спикеры, я имею в виду, ну, постучался к нам и сказал, я бы хотел у вас что-нибудь прочитать. Или все это вы нашли, привели и так далее? Конкретно про светлые головы нет, это то, что мы действительно сами искали. А бывает так, что спикеры сами к нам стучатся и предлагают услуги? А, бывает такое, да, что стучатся там по приговорам, например, вот у нас есть классное ноу-хау в переговорах, возьмите нас. Такое Супер. тоже бывает. Так, на этот вопрос мы ответили, но появился еще один, пока прерву свои вопросы. Оба трека, и «Светлые головы», и «Эмоциональный интеллект» проходят летом. У меня отпуска. Стоит ли начинать обучение? Хороший практический вопрос. А, мне кажется, какой у нас был слоган? «Никогда не поздно». Абсолютно. Почему был? «Никогда не поздно». Вспомнить, что «Никогда не поздно». А, да, мне кажется, что стоит. Почему? Потому что вы можете, мне кажется, и во время отпуска проходить... Ну, ну во-первых, он у вас наверняка не длится все лето, а если длится, то у меня вопросики. У меня отпуск. И тут мы поняли, что у кого-то накопилось 46 дней в календаре, которые он должен отгулять, да? Да. Так, хорошо. Вот. Во-вторых, ну, если нет возможности в отпуске, то э, все эти материалы остаются, и вы можете по возвращении их опять же в спокойном и комфортном режиме их проходить. Там не будет какой-то бешеной нагрузки. Все то, что можно в целом достаточно, достаточно легко и не очень напряжно по времени пройти. Мы, соответственно, идем дальше. У вас в учебном центре столько всяких курсов, активностей. Как вы сами успеваете? Какие у вас есть лайфхаки? Та-та-та-там. Мы не успеваем, сказала Дина, нет. и лайфхаков нет. Спасибо за внимание. На самом деле, я опять вернусь, я понимаю, может быть, я уже надоела с этим, к вопросу мотивации. Если мне интересно то, чему я обучаюсь, я всегда найду на это время. Я лично чаще всего учусь в выходные дни. Мне так удобно и комфортно. Понятно. Ну, вот у меня есть 30 минутки вечерами, когда я выкраиваю время на то, чтобы послушать, посмотреть, ответить на предыдущий вопрос. Мне так тоже удобно. Вот, в выходные меньше мне хочется. Мотивации в выходные mm -hmm. у меня нет, и я все время что-нибудь делаю. А еще, кстати, знаешь, когда я стала ездить на метро, так. я поняла, что у меня есть 2 часа, которые я могу тоже с пользой потратить. Слушай, общем... ну, будь то метро автобус, автомобиль за рулем, вы можете слушать, потому что а, не все лекции обязательно визуально воспринимать спикера. Соответственно, горизонты не ограничены, ребят. На самом деле, а сейчас умирают многие профессии, многие приходят на рынок, и совершенно непонятно, какая номенклатура профессии будет в ПГК через 3 или 5 лет. Мы понятия не имеем, вот серьезно. Поэтому, когда вы сейчас говорите, что вы ограничены, вы имеете в виду завтра, а не послезавтра, а если это через 3 года. Бухгалтер со знанием Python будет более востребован, чем, не знаю, чем-нибудь кто, вот, внутренний коммуникатор, например. Вот, поэтому подумайте об этом. Дмитрий продолжает вопросы, как можно предложить свою тему для треков, курсов корпоративного обучения, отправить запрос и в каком виде? Хороший вопрос от Дмитрия. Дмитрий, мне на почту в свободном виде. Напишите, можем с вами заблокировать встречу и обговорить голосом все эти запросы, которые у вас есть. На эмоциональный марафон переключимся. Вот у вас сейчас опять QR-кодик очередного нашего марафона. Вот, соответственно, это эмоциональный интеллект. Действительно, очень интересная тема здесь. И, ребят, надо сказать, что, правда, никогда не поздно изменить свое отношение. Отношение к обучению. Потому что часто, ну, может быть, это из нашей школы шло, что это что-то тяжелое, и, ну, какое-то обязательное, что ли, и за что поставить оценку. Вот поверьте... Вызовут родителей в школу. А, да, кстати, в ПГК вызовут родителей к завучу. Вот, но ну, разве что для того, чтобы винить благодарность. На самом деле обучение может быть легким, оно может быть полезным, оно может быть безоценочным. То есть вот это то, про что мы вам... Это об этом, собственно. То, про что мы вам сегодня все время говорим. Мы с вами можем расти и учиться, не напрягаясь и не делая это через силу. Потому что во многих вопросах, которые сегодня задают коллеги, это как будто нужно что-то преодолеть. Преодолеть нужно только одного человека в этом мире, это себя. После этого все остальное становится ерундой. Кто-то из великих китайцев писал человек... Десять тысяч раз победивший десятитысячное войско – ничто по сравнению с человеком, однажды одолевшим себя. Не знаю, кто это сказал, Суньцзы какой-нибудь, да. Вот. Но, тем не менее, это действительно так. Если справился с собой, все остальное будет здорово. В треке по эмоциональному интеллекту Егор, он сам себе очень уникальная личность, уникальная поведенческая модель, уникальный эмоционально человек, просто интересный. Вот, поэтому сходите и посмотрите, как он рассказывает о горе. Все задачи. Мне, мне, вообще в целом нравится то, что я делаю. Супер. У нас, значит, уже минимум двое в этой студии, а то и вот человек шесть. Вот, потому что, ну, правда, если любишь то, что делаешь, это дает тебе энергию, не обдирает тебя как липку. И может, кстати говоря, обучение даст вам возможность поменять взгляд и поменять профессию совсем. И уехать в Владивосток, открыть там свою сосисочную. Ну, в конце концов, почему нет? Вот, и так бывает. А мы будем завершать, коллеги. Вопросов нет. Соответственно, Дин, последние какие-нибудь парочку фраз в аудиторию. Да, коллеги, вам, во-первых, огромное спасибо за вашу активность и участие. Было классно видеть, как вы пишете вопросы, да, как вы реагируете какими-то смайликами или грустными, или счастливыми. А, даете, в общем, свою реакцию. Я и правда, вот я поддержу Владимира о том, что да, у нас очень много возможностей для того, чтобы развиваться. Поэтому я вас всех жду, как минимум, на следующей неделе на нашем треке, старте нашего трека «Светлые головы», ну и, конечно же, на остальных проектах, проектах тоже.